что-то штормит сегодня, ребята. Всем привет. Вот первый ураган. Первые числа января, Новый год. И вот сюрприз. Это жесть. Даже костер разжигать опасно. Ну что делать? Надо чистить участок. Вот он уже почищенный. Участок пришлось выставить на продажу, ребята, потому как собираюсь купить дом. Надо собрать определенную сумму. Поэтому участок все продается. Все пермиты получены. Частично от деревьев очищен под место, где будет дом и где септик. А также где будет вода. Вода получается вот в начале участка. Я надеюсь, сейчас не прибьет какими-то ветками. Вот здесь я очистил. Здесь будет скважина по проекту. Вот от того угла. Вот он здесь сейчас. Давайте посмотрим. Этот человек специально я вызывал, он сделал границы металлоискателем, нашел здесь вбиты уголки металлические в землю, которые обозначают границы участка. Вот одна граница идет вдоль дороги, вторая идет сюда. И по правилам каунти я уже все выяснил, 10 фит от каждой границы должно быть, не меньше, до скважины. Поэтому скважина как раз будет где-то здесь. Можно смело уже вызывать людей, чтобы они ее устанавливали. Вот такие вот новости после Нового года. Я продолжаю чистить все. Так как... Сейчас давайте обойдем все. Так, тут птицы гнездятся. Все. Чистое место, чистый воздух. Хороший район, в принципе. Я думал, будет хуже. На самом деле здесь очень спокойно, лес вокруг. Соседей вот этих нету. Никогда я не был. 80 лет ему хозяину. Этот один раз приезжал, там Женя купил свой дом. В общем, как-то так. Тут соседей нету. У моего участка получается только один сосед. Вот он, дом. Он полностью сделан. Его купили, по-моему, за 75 тысяч долларов. Как-то так. Здесь вот по плану с этой стороны септик будет. Вот делали прок-тест. Все здесь. Где-то здесь отверстие. Листьями засыпало уже все. А, вот они брали грунт. То есть трехбедромный септик можно устанавливать. Пермит, разрешение получено. Так, вот еще одна. Там змеи пока не завелись. Так. Все по правилу. По правилам каунти септик должен быть 10 фит от границы участка. И от фронта тоже. 10 на 10. Так что можно строить здесь, на данном участке, в данном месте, single family, дом настоящий, на фундаменте, кирпичный, любой. А также можно поставить mobile home. Сюда как раз, в соответствии с этим размером участка, 0,34 акра. Здесь можно double wide даже ставить по размерам. Все вмещается. Участок довольно таки большой, так как 0,34 акра, это за счет того, что угловой участок. На самом деле здесь не 0,34, а где-то пол акра получается. Так как вот здесь вот у нас вот до дороги площадь. Это все тоже можно смело считать уже своим как бы кусочком земли.
Так, конечно, будет, наверное, звук не очень, потому как настоящий ураган. Так, сейчас я даже не ставлю на паузу. Сейчас сразу же хочу показать дальний угол участка. Я все это отметил вот ленточками границы. Человек, который отмечает углы эти, ну а за это раньше брали $200, но он даже с меня ничего не взял, так как сказал, что если я его буду там нанимать на установку септика там или еще что-то, чистить деревья, то это бесплатно, как бы разметка углов. Вот у меня вот эти вот, то что я очищал участок, напиленные бревна как раз на углу. Этот угол идет до самой дороги, и с этой стороны получается вот идет как раз до дороги. Это все участок, это уже соседский, а он относится к этому дому. Тут, естественно, тоже никто не будет строиться, ничего. То есть со всех сторон вот лес, здесь тоже участок, тоже никто не будет строиться, так как он слишком маленький для установки домика и септика. Септик же тоже занимает место, поэтому здесь с этой стороны никогда не будет соседей, больше чем вероятно. И всегда будет лес, чистый воздух, деревья, дубы. Так что место хорошее, но мне просто надо срочно деньги на дом. Как бы я уже один вариант нашел. Видео выйдет следующее с обзором дома, который я планировал купить. Так, вот, это тоже дуб. Очень хороший, так как он создает тень, и он для урагана не страшен. Как бы ветки не такие большие, не толстые слишком. А вот это, по-моему, мне говорили люди, соседи, это белые дубы стоят, вот эти вот с кривыми ветками. Они растут по 60 лет, сейчас, наверное. Они растут очень медленно. Так что это очень ценные дубки. Здесь и вот на соседском участке тоже они. То есть это такая дубовая роща. Вообще чистейший здесь воздух, конечно. Очень классно. Но придется расстаться. Что же делать? Такова жизнь. Если цель есть купить уже дом, то надо выбирать. Либо самому все это развивать участок, тогда на дом уже не хватит. Либо все силы кинуть на дом. Так я и решил. Ну а вам, ребята, хочу в новом году пожелать хорошего настроения, удачи и успехов в начинаниях. Бизнесе, покупки недвижимости, переезде с одной стороны в другую. Все, пусть у каждого человека получится. Надо главную цель свою поставить и не сдаваться, идти до конца. Видно, сломано дерево, вот это прошлые года, вот так вот ломает пополам ураган сосны. Он полностью не ложит дерево, корни довольно такие большие, длинные, мощные у сосен, но пополам ломает, потому как очень сильный ветер. Вот я смотрел, предупреждение пришло на телефон, но всем приходит здесь, то что порывы ветра, по-моему, до 50 миль в час, это 50 на 1,6. Сколько, 80 километров в час. Это еще так, можно сказать, спокойная погода. Ну, ураган небольшой, как бы. Так, а я еще переживаю за машину. Всю ночь, как бы, начался ураган ночью, было страшно. Начал мигать свет, и все выключилось. Такое бывает при ураганах, где-то, может, провода оборвались, то есть, ну, под утро все починили. Но все равно, вот продолжается ураган, это как бы, я так понимаю, не эпицентр, а просто
самого края, он зацепил нас, а эпицентр там где-то по морю пошел и на другие штаты. Так что нам повезло еще. Я думаю, это нетипичное время для урагана в январе. Обычно он в сентябре, по-моему, сентябрь-октябрь. Самое время для ураганов. Так что вот, прощаемый участок. Но еще неизвестно, еще как бы пока покупатель не нашелся, до конца неизвестно, как оно будет, судьба его. Так, машина хорошо. Над ней как бы нет особо веток. Вот одна только вот эта идет. Но она в стороне немного. А в основном ветер ветки ломает. Целиком дерево, я надеюсь, не сломает. Но вот так вот натрусило всякой с деревьев. Иголок. Но машина, слава богу, целая. Все, ребята, всем удачи, до новых встреч!